И аплодисменты я спрашиваю. Так, ну сначала с заказами с вашими. Значит, Джон, специально для тебя. На самом деле, я когда читал это стихотворение людям, меня спрашивали, почему меня возбуждают трупы, во-первых, а во-вторых, какую половину я бы предпочитал. А на самом деле оно более глубокомысленное, оно короткое, четверостишее. Ну вы послушайте, пожалуйста. Я выложу сходу все карты на стол, как мне велит моя совесть. Я б Каренину выебал только за то, что ее переехал поезд. Значит, о рыбах. Это ихтиологическое такое стихотворение. На реке у дыбы кочевали рыбы, гулевали рыбы, пили чью-то кровь. Тут пришел Джон Леннон, ухватил полено, заорал Джон Леннон, мир спасет любовь. Слышишь, брат Джон Леннон, ты положи полено, я знаю, что ты хиппи, но ты же не идиот. Ведь любовь всем рыбам, что Иисус талибам, канает за пророка, но в душу не ебет. Погрустнел Джон Леннон, отложил полено, говорит, в натуре что-то я погнал. На реке у дыбы очень злые рыбы, тут кровь легко льется, а я хуйню сказал. Да дело тут не в дыбе, а в той проклятой рыбе. Вот встретишь ты акулу, она ж тебя сожрет. Любовь вообще всем рыбам, что Иисус талибам, канает за пророка, но в душу не ебет. Нравится, да? Ну ладно, тогда сами напросились. Конец августа и приближается осень. Хорошо бы, чтоб все предсказатели сдохли. Только грамм героина, поделенный на 8, не вопрет, но хотя бы подвысохнут сопли. Может быть. Где ты, жизнь? Отзовись. Ты объявлена в розыск, причем за награду. И чего я добился? Да в рот все ебись. Здесь куда ни приди, все упрешься в ограду, за которой тюрьма, скит, дом скорби, последний приют. Выбор вроде бы есть, но уже все едино. Те, кто хоть раз набывал по ту сторону, их ведь уже не ебут. Дом, работа, законы природы и сиськи Сабрины. Так оставим ненужные споры. Каждый сам себе все доказал. Лучше нор могут быть только норы, из которых есть выход в подвал. Браво! Формой влагалище очень напоминает ноль. Мама устала, деток не стало. Слово пожарище осень. Родовая боль. Бабушка как-то сказала, что ноль – это очень мало. Да, так оно и есть. Хоть и растет вокруг шерсть, но без сомнения ноль. Знает пьяная голь, что именно в этом все соль. Он и в Африке ноль. Из нуля до в нулину, из болота в трясину, в нулевую пропасть, неукушенный локоть, незнакомая девушка, нахуй посланный дедушка, на буфет двугривенный, 300 гривен проширенных. Все завершится, все обнулится. Ноль исходный, он же конечный. Минус и плюс, помирив, пожирает. Живет в душе, уничтожество вечность. Вечно живет и всегда умирает. Но эту херню все равно заставит читать, так что давайте сразу. Попытка сбежать в свои сны, где бляди в чулках фиолетовых, боязнь предстоящей весны и неизбежного лета. Вранье, ваш всемирный пиздец. Вечно брендовые шмотки. Да все мне к лицу. Я подлез. Сомелье осетинской водки. Не я, но мог быть и я. Ведь дегустировал живопись в пехорке. Здесь этого, блядь, сомелье, что у придурка махорки. Да похуй мне все. Я погиб. Тогда еще там, в Бирюлево, исколотый локтевой сгиб. Но я помню заветное слово. Ебитесь вы в рот, мудачье. А я верю в плохую погоду. Что значит твое? Ничье. Верните искусство народу, чтобы народ его проебал, разбил, словно хуй стеклянный. Аптека, корабль, бал, блокпост ваш, сарай деревянный, с надписью «Хуй на стене», в чести у вас предков заветы. Да, лучше б я сдох во сне, где бляди в чулках фиолетовых. Ну, сейчас так, для разрядки. Я там в свое время писал сонеты. На самом деле, действительно, сонеты меня пытаются приубедить. Говорят, что это не так. Ну, их там разные формы сонетов бывают. Значит, этот сонет посвящен великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Комар убит одним ударом, молниеносно умерщвлен. Скажи-ка, дядя, ведь не даром в Наталью Пушкин был влюблен. Не вынесла душа поэта, и он Наталью полюбил. И в час суровый, предрассветный, я комара не зря убил. Пусть знают комары иные, что мы умеем убивать. Пусть знают все дантесы злые, нельзя Натальи обнимать. Отсели, в думу погружен, смерть комара увидел он. Про
Пою я вам сонеты на исходе трудодня. Мне что сонеты, что куплеты, одинаково хуйня. Я вот, скажем так, с Обскова, вы, к примеру, из Москвы. Ну и хули здесь такого, все мы родины сыны. Я скажу вам с днем рождения, вы мне скажете привет. Вот такое вот общение, вот такой вот, блядь, сонет. Заходите, если что, будем рады горячо. Ну и любимая, его, к сожалению, нет сегодня, Михаилом Парамоновым. Сонет, посвященный освобождению, ну, был у меня период, отдыхал я в лагере, освобождению из мордовского лагеря. Небо утреннего стяг, за ворота первый шаг, над Мордовией взовьется золотой свободой стяг. Наша главная беда, что мы перли не туда, мы теперь все осознали, не вернемся мы сюда. Я как на духу скажу, я свободой дорожу, я теперь чужие вещи стороною обхожу, исправлен, к свободе готов, бывший ЗК Маклаков. Над головой висит фонарь и светит в томик Шпенглера. Магнитофон взбесился, тварь, сживал кассету Стренглерсов. Соседка падла не дает, хотя авансы делает. В конец от рук отбился кот, по дому мыши бегают. Купил вчера пузырь Клико, кислятина кислятиной. Сосед придурок за стеной достал своей апиной. Сижу и размышляю, ох, и что ж я маленьким не сдох. Хватит, может, уже пока, а? Давай я вот я перерыв сделаю. Рад приветствовать вас опять. Не разбежались, да? Ну ладно. Сейчас, секунду. Сейчас дам, не парься. Утренняя зорька, загляни в окошко. Утренняя зорька, успокой меня. Утренняя зорька, загляни в окошко, загляни в окошко, да успокой меня. Расскажи мне сказку про то, что все прекрасно. Расскажи мне сказку про то, что я любим. Ох, да спой мне песню про то, что все чудесно, про то, что все пропало, да и черт бы с ним. Лошадь в поле скачет, и в речке тонет мячик. В речке тонет мячик, природе вопреки. Могильная землица, мне еще приснится. Сон как будто в руку, а все же не с руки. Вороны на рассвете, как голос с того света. А мне хорошо на этом, мне не нужен нимб. Вот и вышла песня про то, что все чудесно. Про то, что все пропало, да и хер бы с ним. Такое стихотворение, ну, может, смешное, может, кому как. Некто Джойс построил для меня дом, но пришел Лев Толстой и уселся там срать. Я подошел и сказал ему: граф, вы гондон. Он ответил кряхтя: да ебут твою мать, в этом доме твоем ни окон, ни дверей. Архитектор мудак и проект полный бред. Нет шкафов для различных полезных вещей. Ну а главное в том, что крыши здесь нет. Я сказал ему: крышу оставьте себе. Я под ней задыхаюсь, как будто в гробу. Да и нахер мне двери, без них веселей. Я и так в свой дом преспокойно войду. Лев Толстой, посрамленный, ушел, не досрав. Я убрал то говно, что оставил он мне, а потом, вспоминая, все хмыкал в шкаф и что-то там рисовал на прозрачной стене. Ну, такое, без мата, неожиданно, да? Бал пятого лада, поэзия девятого вала, а за девятым десятый. Сделайте мне анализ моих кровеносных сосудов. И я не уверен в том, что эта кровь отболит любовь, да заплачет вновь. То, что умело болеть, то, что не называлось словом смерть. Научусь читать, научусь страдать. Буду не лучше всех, стану не хуже всех. Наверное, тоже успех. Вопрос, что такое грех, коль скоро справедливость для всех. Ха, болит голова, нет, похоже на бред. Объективная реальность, данное нам в ощущениях, основано на вселенском, всеобщем всепрощении. И от дефицита общения невозможно перевоплощение. Так, я ваш враг, кошмарные сны, и я ваш сын. Покопайтесь в моих мозгах. Да что вам в моих стихах? Вопрос. А, да, вопрос, что такое страх? Блин, запутался, забыл. Ну сейчас, ладно, хер с ним. Если только это стихи, если это не с красной строки. Наверное, пора. Беги, белый кролик, беги. А добежишь, упадешь. Но если встанешь, споешь. Здесь все рассчитано до мелочей. Настолько высока плотность рождений и смертей, что запросто можно спутать одно с другим. Смотри, белый кролик, дивись, белый кролик, как мы быстро бежим. А когда добежим, нам даст на горе лапу Джим, наш старый добрый Джим.
Три куплета странной песни и три товарища прожили вместе. Но говорят, один из них умер, и в мозгу навязчивый зумер. Вам телефонограмма, вам звонила мама, обещала любить и просила простить за то, что оставила, за то, что заставила вас на свете жить. Я, к сожалению, подзабыл, но ладно. Нормально, да? Херня я такая, наверное. Так, сейчас. Что-то хотел еще. Про что? А, жена просит, она у меня за мясо болеет, я за «Динамо». Вот. Был такой период, значит, когда там всех уесосили вокруг советскую российскую сборную, московский «Спартак». Мне как-то неприятно стало. Они тогда с «Интером» играли, я написал стихотворение, сонет, кстати. Вот, посвященный ответной игре московского «Спартака» в Лиге чемпионов против «Интера». Вот я в Италию лечу, в Милан, о, помоги мне Бог. Я там Рональдо замочу, чтобы он в Москве сыграть не смог. А винтолей я в капучино, налью пяток кубов винта. Пусть он с ума сойдет, скотина, и сгинет в местных дурдомах. Польюки я отрежу руки, чтобы нечем было мяч ловить. Без рук ему, небось, польюки, намного легче гол забить. А впрочем, хватит зря мечтать, в Милан мне жизни не слетать. Аврора, Аврора, ты дочь прокурора, а я опиюшник и зэк. Я мог бы с тобою остаться, Аврора, но я ведь живой человек. Нам хлеба не надо, нам смерть как награда, нам только на подвиг и в бой. Аврора, скажи, почему ты не рада, что я до сих пор не седой? Что я не расстрелян, что я не разменен на жалкие крохи любви? Аврора, весь путь мы прошли без потери. Скажи мне, куда же мы пришли? Пусть светлое имя твое заглушит мой крик, ё-моё. Что еще вам почитать такого, я не знаю. Можно, да, все что угодно. Про любовь. Про любовь, хорошо. В ночь на Ивана купала, мне нахуй гантеля упала. А краля моя закричала, что надо позвать Коновала. Мы с кралей ушли с сеновала, где час она мозг мне ебала. Сперва обещала, потом не давала, а после опять обещала. Я сижу на морском берегу и несу вот какую пургу. Я бы вдул, но уже не могу, потому что я пьяный в дугу. Александр Баклаков. Давайте так вот, да. Берта позови, пожалуйста. Ушел Берт, да? Он не поверил в меня. Вот, ну давайте там последние там 2-3 стихотворения, может 4 прочту. Такие условные стихотворения, конечно. Так. Есть женщины в русских селениях, мужчины все спились давно. Изнылись в своих сожалениях, размазав по рожам говно. Мужчины по елкам шагают, грустят, когда надо бухать. Когда же все грустят, зажигают, придурки, етить твою мать. А завтра придет к ним директор и скажет, пошли вы в пизду. Ведь мне предсказал сам проректор, что лучше колхоз я найду. Мужчины вздохнут удрученно и лягут в степи умирать. Завоют они обреченно, придурки же, етить твою мать. Здравствуйте, я ваша бобла, говорил человек человеку. Здравствуйте, я ваша кобра, отвечал чебурек чебуреку. И подобное вот общение порождает всегда сомнение, что имеет право на мнение моя собственная точка зрения. Но это же моя точка, и я стою на ней сам, и пусть у меня отбитые почки, и пусть я упился в хлам. Но есть много но, на каждое дно прикручено но. Так уж заведено не нами и не друзьями, и даже, прикинь, не врагами, а тех, кто над нами и вместе с нами играет смешными словами. Наверное, все, ребят. Спасибо еще раз.